В Израиле прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летию установления дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном, 30-летию восстановления независимости и территориальной целостности Азербайджана и ее первую годовщину. Среди выступивших перед публикой были мэр города Афулы Ави Эль-Кавес, депутат Миллимеджлиса Азербайджанской республики Анатолий Рафаэлов и президент Международной ассоциации Израиль-Азербайджан-Азиз Лев Спивак. На вечере также присутствовали вице-мэр Афулы Михаил Баркан, член городского совета муниципалитета Афулы доктор Юдис Икипнис, руководитель отдела абсорбции Афулы Инна Окуин, а также гости из самых разных городов Израиля, в том числе заместитель мэра города Кирьят-Биалик Нюма Рачевский, заместитель мэра города Кирьят-Ям Адам Амилов, заместитель мэра города Кармиэль Геора Чашкин, заместитель мэра города Йокниям Роман Перес, заместитель мэра города Аштут Эли Нахт, представители муниципалитетов Нова Галил Амир Ханок и Лада из Киева, представители СМИ, члены правления Азиз Юрий Бочаров, Егана Салман, Шаул Симантов, Севин Ханукаев, Сабина Агаева, председатель объединения выходцев из Украины Юрий Шиф, заместитель председателя КСОРКС Илья Левин, главы общественных организаций и представители различных общин Израиля. В торжестве приняли участие руководитель туристического представительства Азербайджана в Израиле Джамила Талабзаде и советник Азербайджанского государственного комитета по диаспоре Хаяла Гусейнли. Вечер начался с приветственных речей, с поздравлениями и пожеланиями дружбы между Израилем и Азербайджаном, дальнейшего развития и процветания взаимовыгодных отношений. Были продемонстрированы видеоклипы, повествовавшие об истории зарождения и укрепления дипломатических отношений между Израилем и Азербайджаном и о 30-летнем пути развития независимой Азербайджанской республики. На вечере был показан видеоклип, подготовленный азербайджанским отделением «Азиз» на музыку и слова Фаика Касымова поет Хаял Халилзаде. Концертную программу открыли юные воспитанницы школы художественной гимнастики Афулы под руководством судьи международного класса тренера Анна Грабарник и выпускницы Бакинского хореографического училища хореографа Ирина Кривицкой. Далее выступили популярные певцы Лиора Сафанова, Камелия Йофе, Тамара Азизова, Нати Гейл, Сарит Йосеф, Александр Авдалимов и Вячеслав Ямпольский. А завершился праздник песней Мухтима Магомаева «Мой Азербайджан», который исполнил Томир Алиев. В заключение ведущая вечера директор Азербайджанского культурного центра «Азиз» Егана Салман поблагодарила всех, чьими силами был организован торжественный вечер, а также всех гостей мероприятия. Фоторепортаж подготовлен Михаилом Салмановым.